Всем здоровки, ребят. Меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game, и мы продолжаем проходить игру Unto the End. Игру с необыкновенной боевкой. В прошлой серии игра началась с того, что мы провалились в подснег, в пещеры какие-то, и, собственно, здесь нас встретили приключения. Уже успели подраться с 4, по-моему, ебаками, в общем, встретили какого-то раненого типа. В общем, кто не видел, смотрите плейлист в описании, мы ставим лайк, продолжаем, значит. Давайте ознакомимся, что у нас есть. Припасы, прядь волос жены. Вот это, кстати, штука интересная, для чего она? Камень света, ослепительно сияет. Крилты отгоняют им троллей. Крилты, это, я так понимаю, вот те хуйни, с которыми мы бились в прошлой серии, да? Кусок, брусок для медитации. Потертые деревянные четки. Лесных воадов. Воадов. Что это такое тоже? Ладно. Так, улучшить броню улучшили. Мы не ранены, сделали варево. Плюс у нас осталась одна палка и кости. В общем, ладно, чё. Давайте продолжим наш бомбеж, потому что здесь нереально сложно. С учетом того, что так, вот же у меня не слетело. Скорость боя замедленная. Да, сделал замедленную скорость боя, потому что, ну, это прям нереально, мне кажется, при нормальной скорости боя. Ну, не, хотя, наверное, реально, но нужно жестко привыкать здесь. Так, давайте-ка еще раз пробежимся и... Нет. Тут еще, короче, надо лутать пол, потому что пол вроде полом, но можно с него что-то подобрать. Так, подождите, на этом, короче, вчера закончилась серия, ну, предыдущая серия закончилась. И чё? Как бы чё? Куда идти, господа? Ладно, пойдем назад. Пойдем назад. А, еще попросили, говорят. Фокс, нихуяшеньки не видно. Нихуяшеньки не видно, поэтому будь бро, сделай посветлее. Все, вашу просьбу услышал. Сделали посветлее. На нахуй. Камень ебаный. А че, оно не ломается, что ли? Ой, это ж мой факел. Музыка началась, что-то как-то это не к добру, мне кажется, нет? Опа, здесь я не был. Значит, идем правильно. А, эта штука упала, которую я, типа, наверху там, типа, тряханул, и она упала. Или это другая какая-то штука? Ладно. Чё ты, ебака, нахуй? О, блядь. Чё вы, чучело? Да, блядь. Ай-яй-яй, сука. Блядь, он меня ранил. Фак. Шкура. Так, ну этот бой был легкий, вообще легкий. Бля, я раненый, фак. Блять, это за хуйни за какой-то просто. Ладно, чё.
Уж не будем переигрывать, ладно, что это как бы система геймплея. Что типа должен быть раненый, значит буду раненым. О! Да ладно. Блять, надо было не прыгать, а кувырок делать. Чем-то напоминает Лимбо. Или Инсайд. О, блядь, да ладно, вот таким камушком зашибло. Так, я понял, надо прям вообще от это... отпрыгивать. Так, давай, Фокс, давай, не тупи. Ты справишься. Так, окей. Так, окей. Давай меч уберем просто с факелом, может он как-то лучше будет. Сука! В клюв. Да бля, как угадать-то, в какую сторону прыгать? Блин, вот это не нравится вот это вот, что приходится... Игра происходит методом запоминания просто вот действий. Прикольно, когда ты с одного дубля все это делаешь прям грамотно. Все? Чучело, блядь. Кости. Окей, здесь что? Опа-па-па-па. Опа-па-па-па. Стой, 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 стой. Сука. Стой. А. Блять! Я не вижу себя, я не вижу себя. Блять, опять без копья, без... Как же вы заебали-то, а? Как вы заебали? А. Меч потерял, блять, опять. Вот это вот очень неудобно сделано, что какие-то декорации переднего плана, пиздец, они раз это. Так, мы сейчас поднимем все. Или нет, потом, после боя, наверное, поднимем, да? Кувырок. А, зачем, блядь? Блядь. Ага. Вверх. Вверх. Тычок. Вверх. Вверх. Так, подожди. Финт. У-у-у. А почё? Как эти финты использовать-то? Я понять не могу. Я еще, по-моему, ни разу, сука, у меня не получилось использовать грамотно финт. Ну, типа, шагануть его. Ну-ка, вот это вот. Махануть. Так, копейка, копейка, копьецо. На. Кувырок! Отлично. Опять, да ёбаная насрать. Что такое-то? Блять, отстань от меня! Сучье дерьмо, блять. А!
сука. Он что-то вот, что-то, вот ходит он, блядь, вот хуй пойми, он что-то как-то вот так, это снизу удар или сверху? Вот он, блядь, вот такой весь, что-то рукой махнул, снизу ёбнул, ну что это такое? Начинается. Заебись, блядь. Так, надо, короче, их держать, дистанцию между ними держать, чтобы получалось, они меня не зажимали. Блять, заебато ты, блять, прыгаешь. Так, вверх. На, блять. Вверх. Блять, вверх, сука. Управление как будто не слушается. То ли какие-то тайминги есть определенные, в которые я должен прям четко, прям пам, пум, пам. Не вот так тан-тан-тан-тан, как бы я что-то комбинирую, я смотрю на ситуацию и нажимаю, дублируя тан-тан-тан-тан-тан. Вверх и, допустим, так-так-так, потом вот так-так-так-так-так. Нет, я его должен понять, осознать и типа пам, нажал. Типа он исполнил, потом пам, нажал. И неважно, правильно я это сделал, неправильно, то есть я не могу, пам, нажал что-то неправильно, и потом такой пам-пам-пам, взял, перенажимал правильно. Вверх, вверх, на, вверх. Вверх, на низ. Во, грамотно. Шкура, блядь. Две шкуры. Так, нож забрали. Палки забрали. Тут еще что-то. Во. Кости. Факел. На переднем плане какие-то трупы со стрелами. Торчащими. Так, я чуть-чуть подраненный. Я ведь не умираю от кровотечения. Травы. Неплохо. О, костерочек. Ха-ха. Костерочек. Залечить раны. Починить броню. Да, броня есть. Можно типа бафнуть броню, да? Вот хочу бафнуть броню. Пока не получается. Припасы. А, так, две кости, шкура, две травы и одна палка. А, кстати, надо попробовать эту хуйню. Па-па-пам. Ну как она? Из инвентаря, типа, достать штуку эту. Как он там? Алмаз. Камень света. Слепительно сияет. Показать. Кому только показать, непонятно. Нет! Стой! Блять, успокойся, пожалуйста. Блин. Факел нужен.
Так, факел у нас расходует материал, мне хочется понять. Давайте посмотрим. Значит, палка, шкура, две кости и две травы, да? Палка, шкура, две кости. Нет, он не расходуется. Все, окей, я понял. А это что снизу? Подожди-ка. Вот это здесь я ничего не шмонал. Хорошо, факела не расходуют. Это очень хорошо. Чё ты, ебака? Отсюда я точно не допрыгнул. Получается, вот отсюда только. Так, травы. Сейчас нарвусь по-любому. Что делаю? Ага. Что-то мне подсказывает, блядь, хуёвая идея прыгать на эту штуку. О, тише, блядь. Сучья, ты дерьмо, блядь. Прикинь. На нахуй вот веточку. Тварь ёбаная. Ты прикинь. Просто мне камнем кинуло в рожу, блядь. Сейчас я нахуй тебе дам. Шляпа. Так, ладно, давайте. Я думаю, давайте сходим сначала к обидчику. Шляпик этой, блядь. Шкура 2. 2х. А как, сука, блокироваться-то, эй? Блять, она меня изранила, сучка. Я с такими не сталкивался еще. А как понимать, сильно я ранен или нет? Пиздец. Подожди, типа. Типа пригнуться и прыгнуть, типа, да? Вот это надо юзать. Бля, прикольно. Механики такие прям под каждого какого-то... Ебаку нужно подстраиваться. Так, я понял. Там лестница, значит, нам туда. Поэтому давайте тогда сходим сюда. Или я не прав? Ёбаная все. Это не подходит. Мне нужна другая штука. Хорошо.
Куда эта штука ведет? Так, я, короче, рвано прохожу, я понял. Надо все-таки, если я уж куда-то пошел, надо до Талова идти там и выяснять. Потому что та лестница, скорее всего, она побочка типа была. Понятно. Еще и тут, блин, не забраться. Бля, я на лестницу не сходил, сука. А-а-а, блядь. Какого хуя? А я смогу спрыгнуть сейчас вот? Нет. Блядь, не могу. Ну-ка, давай, похуй, вот так сделаем. Ай, блядский рот, а! Все, проебал я лестницу, короче. Блядь, сейвы какие-то странные. Ну, типа... Как-то прям непонятно. Ни значка, ничего нигде не появляется, что типа вот с этого места продолжите как-то. Так, подожди, я был же здесь. Я, получается, наверх залез, да? Ну-ка, давайте еще разочек. Ой, так тут костерочек. Давайте-ка костерочком. Костерочком воспользуемся. Улучшить броню? Не, пока не получается. Ладно. Так, секунду вот так сделаем сразу. Блин, лестницу. Пропустил лестницу. Я просто подумал, ну мы же по сути идем слева направо, получается как бы... Раз так, значит, то есть я сейчас пойду дальше по сюжету, поэтому стоит как бы зайти наверх. Ну типа налево сначала, туда, куда-то сходить. О, кто-то повешенный, ёб твою мать, что это такое? Ого! Вы гляньте, кто там. Ебать. А ему похую вообще. Ох, нихуя себе! О! Ебать, чё за ты тип, а? С одной секи. Ебать, ты чё за чучело? Жёсткий ты тип, слушай. Жёсткий тип. Постой, так, он машет, получается. Так, могу чё я сделать-то? Я могу пригнуться, пригнуться. И кувырок. Да? Один удар. Надо делать один удар и дальше потом как бы ждать, когда он что-то сделает. Будем его, бля, я его уверен, сейчас так долбить будем до хуя. Ебать, круто, а? Чё ты, бля, морда ёбаная? На нахуй. Давай. О, блядь. Жесть, вот ты тип. Получается, он машет руками поверху? Окей, я пригибаюсь. А дальше кувырок надо делать. Он типа сверху бьет вниз. Блядь. Жух. Жух. То есть надо тайминг высчитывать.
Блять. Не получается что-то. Так, окей. Может быть... Блять, ну ёбаный ты. Я так понимаю, урона больше наносится, если я не бросаю нож, а втыкаю его. Он как бы тоже втыкается и остается в теле. То есть его надо потом после боя забирать. Давайте попробуем. Так. Чё ты, чучело, давай. Попробуем. А, да блядский ты рот, а! Как я начинал бой, я что-то не понимаю. Давай, ладно. Блять, да. Я понял. Будем, значит, позволю ему первым бить. Подойду, сагрю его, он промахнется, я въебу. Блять. А если прикинь, нормальную скорость поставить? Не то. Блять, это пиздец. Опять начинается. Собрались. Окей, сейчас разъебу его. Давай, вот так я воткну. Как это так? Блять. То есть ему вне зависимости, с какой стороны он две сечки бьет. К нему вот эта хуйня не сканает, вообще я уверен, что типа там шугануть его или толкнуть. Ждем паузу. Блять, как это все такие тайминги малюсенькие, просто пиздец. И в них нужно попадать, успевать еще. Блядь, я пригнулся, ёб твой рот, блядь! Как это заебывает. Блять.
Наконец-то, блядь. И хуль ты встал? Заебись, блядь, еще и ты забаговал. Тяжелый ключ. Блядь, почему ты забаговал, ебаный? Мне, сука, у тебя в тебе нож вообще-то мой. Стой, а чё за приколы-то? Алло. Чучела. Алло, блядь. Упади, пожалуйста. Блядь, вот всё круто. Вот чё с него, интересно, выпало? Я вроде как с него что-то поднял, но мне не написали, что я поднял. И нож я не могу еще поднять, да? Сосать. Блять, а нож вообще-то стоит материалов, алло. Пиздец. А, та-та, что это такое? Ловушка? Костерок. Костерок предусмотрительно сделан, да? Типа, мол, меня после этого ебаки по-любому там я разорванный буду. Ну-ка. Наруч сделали. Это все стоит, блядь. Молодчик. Просто он охуел, что его победили. Ни хрена так-то классно, блядь, нож надо сделать, не забудь сейчас. И уйти я не могу с ним, да? Ходить, я только достать его могу. Окей. Не знаю, как это работает, но... У-у-у! Вы охуели, что ли? Алло, блядь. О-о-о! Захуярили! Захуярили, твари! Понял, понял, понял. Надо, короче, не учиться работать с двумя. Причем они самые безобидные, вот эти вот-то. Ну-ка, давай сейчас приколимся. Вот так.
В очко себе засунь этот кристалл, понял нахуй? Все, пиздарики. В очко засунь себе кристалл этот, понял нахуй? Нас он не впечатляет. Это наоборот, вот эти твари использовали этот кристалл, чтобы отпугнуть каких-то там этих тварей, типа. Ой, замечательно, блядь. Нихуя ты прикольный тип. Ни хрена себе. Ты типа теперь в прыжке умеешь, да, так делать, да? Давай. Сосать. На, нахуй. Так, хорошо. Я не понимаю, вот этот финт, нахуя он нужен? У, вот это шугалово, если они вообще им похуй. Чё ты, сыти, да? Чё ты, обезьяна? Фу, заколотил. Шкура. Палки. Так, а другой, третий. Один тут, а вот этот тут. У тебя что? Он тоже что-то поднял там, что-то это. Говно какое-то. Руку испачкал говном. Так, что это? Ага. О! Поднимай, поднимай быстрее меч. Интересно. А, солнечный свет. Неужто? Выбрались наружу. Так, сюда можно идти? Смотри-ка, тут чья-то пещерка. Ай-яй-яй, сучка ты.
Блин, наручи мне, что ли, разбил, да? Черт. Попал по мне раз. Костерочек. Ну-ка, тут секреточки нет. На стену запрыгнем. Нету, походу. Зато есть костерочек. Починить, ну-ка. Блять, все. Как нужны припасы? Нужно дохуя всего. То есть, если типа я хорошо буду сражаться, то у меня будет качественнее броня, если я просто не буду расходовать на всякую хуйню. Я не ранен. То есть, получается, броня нам как бы дает еще один шанс на удар. То есть, чтобы по нам ударили, и мы не получили урона. Я понял, окей. Так, в принципе, по припасам все нормалды. Че, я думаю, давайте на этом пока остановимся. В принципе, игра размеренная. Довольно даже может кому-то показаться нудненькой, но... Если самому играть, это довольно-таки остросюжетно, я бы сказал. То есть прям руки аж потеют. Ладненько, на этом давайте закончим. А если понравился выпуск, тогда жми лайк, комментируй, подписывайся на канал и делись роликом с братюнями. Также тыкай колокольню, чтобы не пропускать новые выпуски. Ссылка на плейлист, социальные сети и дискорд, как обычно, в описании под этим роликом. Ну а на этом у меня пока что все. Увидимся с вами в продолжении этой игры. Всем пока!